Совсем скоро в отделении врачей общей практики в Зашкснинском районе Череповца откроется 9 терапевтических участков, а также несколько кабинетов специалистов. Сейчас учреждение проходит необходимое лицензирование. Принять первых пациентов здесь, на Зашкснинском 17, планируется уже 5 декабря. Ремонт здания бывшей молочной кухни завершили ко дню города. Однако мини-поликлиника пока не функционирует. Официальное открытие состоялось перед днем города, но для выполнения лицензирования нужно, чтобы посмотрели это здание все службы. Например, СЭС может посмотреть только открытое здание, где уже мы можем принимать пациентов. И сейчас идет процесс лицензирования. Он займет некоторое время. Это отделение рассчитано на 15 тысяч населения, на 10 терапевтических участков. Поликлинику это разгрузит во взрослом отделении практически в половину, конечно, будет жить легче, удобнее, комфортнее. В данном здании будет располагаться не только врачи общей практики, но и принимать хирург-травматолог, хирург, будет вести забор анализов, будут делаться манипуляции, инъекции, и есть кабинет функциональной диагностики, где будет проводиться снятие электрокардиограммы, эхоэнцефалографии и других методов исследований. Сейчас в здании новая мебель, кулеры, видеотабло, информаторы и, конечно, современное медицинское оборудование. Например, вот этот прибор сотрудники мини-поликлиники ласково называют «гусь». Он может мгновенно измерить рост, вес, посчитать индекс массы тела и померить артериальное давление. Записаться на прием к врачу тоже стало проще. С помощью специального электронного прибора пациент выбирает удобное для него время, при этом нужен только полис. Необходимо или набрать номер полиса, или поднести пластиковый или обычный полис. На табло высветился номер моего полиса. Дальше я нажимаю «Подтвердить», и выходит расписание моего врача. Курсором я могу посмотреть, нет ли приемов ниже, если оно не ушло на табло. Вот, например, на четверг на 12:20 меня устраивает. Я нажатием записываюсь с временем моей записи. Появились и другие новинки. Для удобства пациентов в поликлинике будет вестись только электронная амбулаторная карта и действует только электронная подпись. Например, для забора анализов врач выписывает необычное направление. В нем только штрих-код. Этот штрих-код считывается специальным инструментом, и анализ сразу попадает в лабораторию. Из анализатора уже в электронную амбулаторную карту пациента. Это значительно сократит время ожидания, считают специалисты. Кроме того, в мини-поликлинике оборудовано несколько современных кабинетов для хирурга и ортопеда-травматолога, а также новая операционная. Работать врачи общей практики и специалисты будут в две смены. И что самое главное, открытие этого отделения должно уменьшить число очередей и время ожидания приема в Зашкснинском районе Череповца.